Как заверили сегодня спикеры, каждый актюбинский полицейский принимает все необходимые меры по предупреждению социальных конфликтов, нарушения общественного порядка и обеспечению безопасности граждан. Принятие подобных действий поспособствовало снижению некоторых видов преступлений в нашем регионе в минувшем году. По итогам 2021 года сократилось убийство, кража чужого имущества, хулиганство и других видов. Снижена преступность в общественных местах, на улицах. Групповая рецидивная преступность в состоянии опьянения и преступления, совершаемые среди несовершеннолетних. Вместе с тем отмечается рост количества таких правонарушений, как причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и разбой. Особую обеспокоенность на протяжении последних лет вызывает рост фактов мошенничества. В связи с развитием цифровизации, в том числе интернет-торговли и онлайн-бизнеса, в условиях введенных ограничений значительно увеличилось число преступлений в сфере информационных технологий. Становится больше лиц, владеющих знанием в данной сфере и которые специализируются на данном виде преступлений. При этом основной причиной в данном случае остается доверчивость граждан. Немаловажную роль в предупреждении преступности играют и системы видеонаблюдения. В настоящее время по области установлено 284 камеры, соединенные с центрами оперативного управления. С помощью которых в 2021 году раскрыто 210 преступлений, пресечено 24 тысячи административных правонарушений. В том числе 14 тысяч нарушений по линии дорожной полиции. Кроме того, на 7 выездах из областного центра установлен аппаратно-программный комплекс «Рубеж» для контроля транспортных потоков на автомобильных дорогах с функцией фиксации скоростного режима. В текущем году департаменту полиции предстоит продолжить работу по принципу открытости и прозрачности, принять меры по повышению уровня доверия населения и построению конструктивного диалога с гражданами. Жанна Акжолова, по материалам региональной службы коммуникации, программа «Факт».